У меня в гостях находится генеральный директор компании «8 вершин» Роман Медведев. Роман, расскажите пару слов о вашей компании. Добрый день. Наша компания занимается производством минеральной воды. Компания называется «8 вершин». В России есть 8 горных хребтов, есть Большой Кавказ, есть Уральские горы, Алтайский край, западно-восточные Саяны, на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинь. И миссия нашей компании – найти уникальную природную воду в каждом из этих регионов, упаковать ее в интересную бутылку и предложить нашим покупателям. Роман, скажите, пожалуйста, какие рынки сбыта вы ищете на данный момент в рамках «Продэкспо»? На данной выставке основными покупателями нашей продукции мы видим российский рынок, особенно российские продуктовые сети. Если говорить о зарубежных рынках, то у нас уже есть контракты с Китаем, с Индией. На данной выставке мы заключили договор с Молдавией, с Белоруссией, с Казахстаном. И я думаю, что мы со временем будем поставлять и в другие страны. Вы первый раз представлены на выставке «Продэкспо», и какие у вас общие впечатления остаются от выставки? В рамках данной кампании мы представлены первый раз. Я, конечно, не первый раз на данной выставке. Я знаю, что очень много контактов здесь зарождается. Это такое место, где можно и с коллегами по цеху пообщаться, и с покупателями, и с каналами продаж. И от каждого мы получили какую-то обратную связь, очень положительную, за что им очень благодарны. Будем это использовать в нашей работе. Роман, спасибо вам огромное и успехов. Да, спасибо вам. Все, супер. Да, спасибо. Держите. Пойдите только.